Звонко на скобку бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Белоснежный наряд на деревьях и кустарниках, декор и праздничное настроение. Воспитанники конно-спортивной школы с наставниками даже установили необычную елку, которая темное время суток украшает территорию. По случаю праздника нарядили и коней. Наездники были одеты скромнее. Белый низ, темный верх. Сейчас они поедут парную езду вдвоем, синхронно, под музыку, выполнение всех элементов. Снижали общую оценку ошибки, к примеру, близкое расстояние между наездниками. Сами учащиеся школы ощущали единство с животным. И что удивительно, лошади старались изо всех сил понравиться как судьям, так и зрителям. Он сегодня молодец. То есть сегодня мы приехали намного лучше, чем на тренировках. То есть я довольна. Такт музыки горцевали лошади, но и болельщики не стояли на месте, пританцовывали. Удивительно, но прекрасная природа дарила только положительные эмоции. Если выиска не занимает второй год, а так мы 6 лет занимаемся. Замечательное настроение, потому что и дочка надеется, что выступит очень хорошо. Вот, может, даже займет первое место. Вот, и плюс то, что она сама, то, что ее радость, она ее радость подстегивает нашу радость. То есть нам весело, прекрасно и замечательно. У Полины Романовой и Дарьи Канунниковой третье место, второе – Марина Зотова и Варвары Антиповой, а золото конного турнира – Ульяны Гавриловой и Виктории Чериковой. В Воскресенской конно-спортивной школе учатся 100 ребят. Сейчас идет набор. Учащиеся занимаются двумя олимпийскими направлениями конного спорта – выиской и конкуром, а также вольтежировкой и оздоровительной верховой ездой. Всех желающих детей в возрасте от 10 лет ждут для занятий в школе по конному спорту.